одном из столичных фитнес-клубов прошли семинары всемирно известного мастера Уэчирю карате, обладателя 8-го дана Ямаширо Хирокуни. В Москву сенсей приехал по приглашению Евгения Рыбина, который является представителем Окинава каратэ-до Окикукай в России. Сенсей Ямаширо признается, таких внимательных и благодарных учеников, как здесь, он не встречал нигде. Программу семинаров мастер построил традиционно. Отработка базового ката сантин и сантин китая. Затем упражнения на набивку тела и работа в парах. Причем на каждом этапе тренировки сенсей уделяет большую часть времени обсуждению сложных моментов и работе над ошибками. Вот у него интересная такая методика, как бы он любит общаться с учениками и говорит, что важен контакт друг с другом. Заключительной частью семинара стал экзамен на черный пояс. Сдавать его решились только два участника. Зато теперь после успешного прохождения теста обоими экзаменуемыми в России уже 5 черных поясов стиля Окикукай Уэчирю. Мастер отметил, что его русские ученики настойчивы и сильны духом, только почему-то мало улыбаются. Прошедшими семинарами остались довольны все – и многочисленные участники, и организаторы, и сам мастер, который планирует посетить Россию еще не один раз.